А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 441 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. На Авдеевском направлении наши защитники за сутки отразили более 30 атак, разгромив подчистую практически всех атаковавших. И после этого враг взял, так сказать, временную паузу. И больше никаких наступательных операций сегодня не ведет. Но вчера Евгений Пригожин опять сделал очень длинное заявление и обвинил руководство Российской Федерации, как высшее, так и военное, в отсутствии снарядов. Что, опять? Да, опять. Также Пригожин рассказал, что 72-я бригада вооруженных сил России сбежала с поля боя в полном составе и оголила огромный участок фронта шириной 2 километра и глубиной 500 метров. Ну а фактом бегства 72-й бригады сразу воспользовались ВСУ, перешли в наступление и полностью заняли этот оголившийся плацдарм. Ура! А за последние сутки еще 690 российских оккупантов больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же 24 февраля 2022 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 196 310 российских захватчиков. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина...